Всем привет! Проходим дальше. Dying Light, Fallen. На этот раз задание «Неоконченный рассказ». Старик попросил проверить все святилища. Будем проверять. Три штуки надо проверить, их на самом деле по всей карте очень много раскидано. Но по заданию три штуки надо. Очки, какие-то навыки появились. Сила. Сила, сила. До трех. Либо бросать оружие. Будем по три метать. Надо зацепиться. Как раз хватит доверху. Опа! Ух ты, нифига себе. Я же вздрогнул. Эй! Моя нога! Отведай мои ноги сверху. Что тут у нас? Что там за баги опять? Не баги машина, а баг с домом. Прозрачный, одна крыша торчит. Что тут проверять? А, о. Атила, я вижу. Опиши его. Есть рисунок, похожий старый, бегущий по кругу муравьи, а уж в центре что-то какая-то херня красная. Нет, мистер Крейн, это не муравьи, это рисунок изображает верующих, молящихся солнцу. Как скажешь. Если не ошибаюсь, то на том, кто в центре, надета особая ритуальная маска. Продолжай искать. Муравьи. Это не муравьи, это больше какие-то черепахи какие-то сверху вид. Один километр. Ну-ка, докуда? Поближе будет. Надо забраться наверх, а потом уже идти прямо. Ох! Сейчас как в камень. Ну, почти что. Чуть-чуть. Там воды-то было. Наверное, полметра. Щучкой в полметровый слой воды прыгнул. Тречка, блин. Начинаем. Задание. Вода холоднющая. Да еще в одежде. Вообще шикарно. Но наш герой супер-мега закаленный. Всюду скалы, хрен куда залезешь.
Как пройти до библиотеки? Говорит, прямо и налево. Тут поезд должен. И где-то там заказать. А нет, это другой мост. Военные качки. Жлобу переростки. О. Мимо. Дайте мне болтов украсть. Чё за херня? Чё, военный давно? Ех! Ну, сейчас этот добежал. Пробежал. Оба-я. Бегай дальше. Не догонишь, не догонишь. Сколько там метров осталось? Что-то поставил эту точку. Все загородило, не видно. Надо тачку было заказать. Ну и хрена она отпала. Почти пришел. Ох, тут дяденька спортсмен. О, нифига. Там как гепард поскакал. На двух этих. На всех конечностях. Ешь мою саблю. Хорошо, кошка есть. А то тут карабкаться пришлось опять. О, молящиеся-то уже тут. Тут как тут. А один молящийся что-то не рад. Камнями давай кидаться. Опа! Его что-то затошнило. Да хватит тебе болевать уже. Пополам. Чё он весь изболевался? Надо тебя гранатами накормить. Убери свои лапки. Да что за херня, блин? Дайте мне полечиться срочно. У меня так херня что-то рубить перестала. Тошнило. Вот тебя тошнить не будет. У тебя головы нету.
Меч какой-то. Говенный. Ни хрена не рубит. Осторожно! Бужник летит. Иди. Покорми. Надо посмотреть быстренько. Алтарь. Досмотаться. И еще одну. Ха-ха, нифига себе. Прикольно. Волной его в камень. Откинуло. Все, можно сваливать. Алтарь уже посмотрен. Но ты его уже не увидишь. Тут так просто. Она. Раз, и нету. Да хватит уже. Ты откуда там камни берешь, дорогуша? Вон, гранату бери. Да неужели пополам на разрубилась? Это зомбятина. Запнулся. Запнулся. Вон, давай, мочись, выйди. Шустрые какие они, даже от сабли уворачиваются. Ему что ли похрен, сколько можно? На ему по спине. Ничего себе, ни хрена их тут. Эй, самолет, самолет, падла, отвлек меня. Ты снайпер нахрен. А ничё, это не многовато ли? Надо сваливать отсюда. Прыгать куда-нибудь там в воду. Это что там за место? Подводный алтарь, что ли? Что это за херня? Ничего не понял. Где алтарь? Где-то на воде написано. А где? Ну-ка, а вот что-то есть. Идем дальше. По идее, остался последний. Что-то чую, что это будет не последний.
Я нашел. И... Он под водой. Но я вижу остатки рисунка. Там голова какая-то. Может, маска? Возможно. Отлично, мистер Крейн. Ну, блин, я думал, не зацепится. До ушки. Ух ты, чуть в голову не перелетело. Валим. Валим, валим, валим дерево. Опять какое волшебное дерево. По-любому. Есть. Какая-то будка разбита. Последнее как бы святилище осталось. Что-то встал и не идет. Передумал. Где тут забраться? Ну, цепляй. Отлично. Машину бы заказать. Пока тут ищешь машину, быстрее пешком дойдешь. Да еще что за завод такой? Тут, наверное, какой-нибудь здоровяк опять живет. Ну-ка, давайте мне две аптечки. Зараза. Вместо того, чтобы колеса спускать, так они их под этот, под текстуру провалили. Мне маленечко бензина. Пока по пути иду. А это что желтое? Песок? Или зерно? Зерно? Точно зерно. Мимо. Не догонишь. О, тут качок. Лефиван. Лефиафан. Ни хрена себе. Во. Это чем он там? Сваливаем. Быстрее. Надо зацепиться вон за ту херню. Нет, не получается. Опа! Куда-то еще покатился. Нету у меня мало оружия, чтобы таких мощников выколачивать.
тачку закажем. Поедем. Пока точно, я как и говорил, пока тут плывешь, быстрее добежишь, чем на машине. Welcome, welcome. Триста восемьдесят. Маловато. Я призываю машину. Ну-ка, в этот раз у вас включен монитор. Не вижу. Не какая-то мания на выключенных мониторах играть. Еще вниз головой. А может там экран типа как у Тетрисов были? Которая не светится. Мистер Крейн, хотите поиграть вместе со мной? Ого, в эту замечательную приставку портативную. Мама хочет, чтобы вы поиграли в эту приставку. Они каждый день играют в нее. Да, мощно. Чё там? Матрас, палас. Где моя тачка? А вот она уже. А где личный шофёр? Как отсюда сейчас выехать? Так, так, так и так. Опа! Вот так вот. Вот ты козявка. Где тут вообще выезды, съезды? Давай прокачу тебя на бампере. Счастливый. О! Хорошо, да как. Тут тормози. Ого. А ну не плюйся, а то дротик проглотишь. Я нашел один из монолитов. Что видишь? Огромную каменную. Вот что, какой-то странный рисунок. Солнце над горой, которое пересечено зигзагом. Что-нибудь еще? Амир любит жасмин. Приписка. Ладно, мистер Крейн, двигай дальше. Вроде бы это все. Будешь придется тебе податься в скалолазы. Отправляйся к самой высокой горе, найди там место, известное как Храм Солнца.
Это где? Сто метров. Да все ж тут близко. А куда там карабкаться-то? Будто высоко. А тут лесенки. Ну-ка, что это за херня? Я вон на месте. Что видишь? Вижу подъем. Я предупреждал. Подъем. Есть кошка, никакого подъема не надо. Блин, кусты. Ничего не видно. Где? Ну чё он не хватается? Где-то тут. А на ту сторону переехать. Тут, по идее, это все сделано, чтобы и без кошки можно было добираться. Что теперь? Теперь туда. Братья, я совсем один отсюда. Тут бандиты, мне нужна помощь. Идем дальше. Тут, по идее, так вот раз. Но он же не зацепится ведь. Я же знаю. Как дела, мистер Крейн? Не отвлекай. Один неверный шаг, я покойник. Ну ты что-нибудь видишь? Серьезно? Отстань, говорит. Чё? Я хоть правильно иду? Сейчас тут что-нибудь отвалится. Пол провалится. Нет. Значит, этот отвалится. Стой! Эй! Ну-ка обратно меня верните. Чуть-чуть не улетел. Я хоть туда иду. Хрен его знает, куда иду. Вроде правильно. Теперь надо прыгать туда. Точнее... переезжать на кошке. Не понял, где. Куда? Опасно. А это чё? Тупик?
или мне сюда? Давай. Опа. Вот это капец. Спецзадание. А если грохнуться? Все, сначала идти придется. Оп. 35 осталось. Блин. Я сейчас думал, улетит. Лучше-ка я так цапану. Кажется, все верно. Опа! И последний штрих. Ладно, я на вершине. Вид отсюда потрясающий. Не отвлекайся от дела. Ну-ка, проверим видос суперский. Поля, фермы, горы, вдалеке город современный, а вон тот завод, зерноперерабатывающий какой-то. А, вот, наверное, вот эта херня и есть. На одном из монолитов изображение кровавого ножа. Что еще есть? Маска, может? Надо искать маску? А как можно? Старательнее, мистер Крейн. Это очень важно. Понастроили тут алтарей. Хрен заберешься. Тут что-то есть. А, это растение. Маски. Где вы? Может, тут? Тут куча трупиков. Нету тут яма обычная. Может, где-то дерево. Нет, тут уже зона кончается. Где-то в желтой должно быть зоне. Где тут чё, я не вижу. Одни растения. Где? 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 Может, вообще наверх? На вот эту гору. Хрен его знает.
Может, на этот камень, на большой. А это что такое вот? Церемониальная маска. А какая-то не сюжетная маска, это обычная. Ну-ка. Я что-то тут вижу. Я тут нашел яму, полагаю, в ней лежат приношения. И есть тут маска. Красная, если красная, подбери, осторожней с ней. Осторожно, да, тут полно всякой всячины. Это достаточно. Думаю, мистер Крен, ты можешь возвращаться. Отнести маску. Да. А теперь как спускаться? Можно грохнуться и появиться на вышке. Или спуститься где-нибудь найти. Надо камень вот этот проверить. Что-нибудь есть? О, самая высокая точка. Все видно. И этот дамбу видно. И завод. И мост, и маяк. Все тут. Как на ладони. Ну. Пускай давай свою эту херню. Как Человек-паук. А там вода. Может быть, воду грохнуться, чтобы не сохранять эти на вышке, чтобы не появиться. Опа! Как я удачно тут прыгнул. Даже ящики нашлись. Как они тяжко открываются. Целый пак оружия, ни хрена. Полицейская, потом что тут военная. Автомат блоха. Кубышка. Там еще один ящик. А тут их три. И никак на карте не обозначены. Лежат все под водой. Бульк. А это патроны. Повел. Патроны, оружие, ни хрена тут запасы. Быстрей, дыши, дыши. Прыгнуть-то я прыгнул. А где вылезти? Сейчас еще скажите, мне выкарабкиваться придется.
Где тут выход из ущелья? Должен же быть. Все, отлично. Вижу дорогу. О, встречают уже с молотком. Интересно, алтарь расположен за этой, за пунктирной линией. Вот тут же машину можно заказать будет. Пусто. Наглёшь. Взяли пустые, сделали. Зато на бензоколонке всегда есть. Дайте мне две аптечки, пока этот дядя не пришел. Пришел ведь. Засранец, а? Где? И где, где? Не здесь. Призываю машину. Вперед. Надо дедушке доложить. Надо турбо прокачать. То как-то оно быстро кончается. Камень-то ведь маленький. Можно было бы проехать. О-о-о. Не догнали. Лечу, лечу, на всех парах лечу. Даже вождение набью. Конечно, я. Хреново он тут в безопасной зоне. Кошку не пускают. Круги тут наматывали. Так, ты где? На втором этаже? Вот твоя маска. Правда, не знаю, чем она тебе поможет. Видишь ли, матерь помешалась на одном пророчестве, когда Чеймон мир повернет в прах, когда землю тьма поглотит, когда люди хищным зверям уподобятся, когда души человеческие изуродуют порча. Явится муж, страшную жертвоприношений, и примет благословение света,
И в нем явится Бог Солнца, и его устремит, устами станет он говорить, и глаз этот нести будет людям. И пройдет он вратами смерти, дабы дать миру новую жизнь. На всех сохранившихся изображениях Бог Солнца или призывающий его жрец носит похожую маску. Ты был прав. Мистер Крейн помог мне очень. Мне нужен покой и время, чтобы записать все это. Я расскажу жрецам, что ты мне помог. Тогда до завтра. Обещаешь? Хорошо, буду ждать. Прикольно. В принципе, можно было бы и побольше сделать алтарей на это задание. Там 4-5. А то как-то 3 быстро кончилось. Ну, на этом у меня все. Комментируйте. Если что есть, спросите. Всем пока и до новых видео.